Владимир Сутеев. Сказка «Как я ловил рыбу». В июне мы поехали к бабушке в деревню и взяли с собой Чапку и Усика. Нам всем купили билеты, а Чапке – собачий билет. Усик ехал бесплатно, и папа сказал, что Усик едет зайцем. Не понимаю, как может котенок ехать зайцем? Вечером мы приехали к бабушке, а утром уже пошли на речку ловить рыбу. Сначала мы с Чапкой копали червяков. Чапка рыла ногами землю, а я собирал червяков в баночку. Маша их не собирала, она боялась червяков, хотя они совсем не кусаются. Потом пошли искать место на речке. Я нес удочки. Чапка баночку с червяками, а Маша и Усик ничего. Мы сели на берегу, и я стал насаживать червяка на крючок. Маша червяков не насаживала, ей жалко их. Я закинул удочку и стал ждать, когда поймается рыба. Но рыба не ловилась, потому что Маша скучала и все время громко пела. Когда она перестала петь, я сразу поймал не очень большую рыбу, но она соскочила с крючка и уплыла с моим червяком во рту. Потом Маша опять пела, и рыба опять не ловилась. А когда Маша ушла собирать цветы, я вдруг поймал 3 рыбки и лягушку. Но тут из камыша вылетела большая утка, а за ней выскочила наша Чапка. Мы и не знали, что Чапка – охотничья собака. Пока я смотрел на Чапку, Усик поймал 3 рыбки из моей банки, и мы вернулись домой с 1 лягушкой. Лягушку я выпустил в сад. Машу и Усика я больше не возьму с собой ловить рыбу.